Стартовала декларационная кампания 2024 года, сообщает региональное управление ФНС России. Сдать документы о доходах, полученных в 2023 году, необходимо до 2 мая 2024 года. Сделать это можно в налоговой инспекции, в МФЦ или онлайн через личный кабинет налогоплательщика. Отчитаться о доходах необходимо, если в 2023 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Также сдать декларацию о доходах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие на адвокатские кабинеты и другие лица. Оплатить НДФЛ, исчисленные в декларации, необходимо до 15 июля 2024 года. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени.